Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал, я Паша Веспер, и я не отстану от этой игры, я не отстану от нее, мы продолжаем супермаркет симулятор, я хочу построить самый выгодный и успешный бизнес на территории вот этого вот внутриигрового города, самый успешный бизнес у меня будет лучшая восьмерочка на районе, ну или как хотите. Продолжаем. Снова ночь. Ты не в силах мне помочь. Так, открыто. Ну что, рабочий день мы завершаем, все как обычно. Вы все уже знаете, а тот, кто недавно зашел, сейчас все узнает. Рабочий день прошлой серии мы закончили. Там что-то подорожало, кстати, блин, я не увидел. Ладно, табличку открыто делаем. У меня 16 уровень, вряд ли мы в этой серии заработаем 20, потому что на 20 уровне открывается возможность второго продавца нанять, чтобы самому не стоять за кассой. Полки пустые, нахрен все. Вообще ничего нет. Пустой магазин. Реально весь пустой. Охереть, а что делать? Подожди, нет, это прям беда. Я помню, что мы в прошлой серии справлялись с долгами. Кредиторы прессовали. Кошмар был. Я как вспомню, аж в дрожь бросает. Кредиторы меня прессовали. Так. Не хватит уже денег. Вот так 10 позиций. Мне нужно 100 баксов хотя бы заработать. Магазин открыт? Да, братишка, ну купи что-нибудь, пожалуйста. Ну буквально на 100 баксов. Я закажу продуктов, ассортиментик расширится. Покупатели... Да конечно нет, у меня вообще магазин пустой. Ну алло. Чай покупайте, блядь, чая, да хуище. Чай, я все, я переделался в чайный магазин. Так, ты ко мне на кассу пришел. Вот, 3 чая взял, молодец. Так, что там у тебя, карта? 21 доллар мало. Мне 240 нужно в общей сложности. Так, кока-кола и чаек. Так, окей, 1 доллар тебе. Забирай свой 1 доллар, проваливай. Не, ладно, не проваливай, приходи еще. 168 долларов. Ой, капец, беда, конечно. Давай чай бери. Бери 10 чаев и уходи домой пить чай. Еще водички возьми. Я не знаю, там есть водичка в холодильнике? 3 молока, нормально. Ну, очень мало. Видишь, на полках нет товара, и сразу у покупателей... как сказать-то это? Сейчас сформулирую. Ну, мало покупают. Чем больше ассортимента, тем больше в совокупности они покупают. Разовая покупка на большую сумму. А так, конечно, взяли 3 молока, и все. И все. Ну давай, давай, Гена, ну пожалуйста, рассчитывай быстрее. Мне сколько еще надо? 20 долларов буквально. Я вижу, здесь есть на 20 долларов. Долларов. Да? Ген, давай рассчитай быстрее деньги на 40. Гена, давай. Вот. Купить. Все, так, блядь. Блять, ты со своими чекапиками тут, конечно. Так, 16 баксов. Мы сейчас, грубо говоря, мы со дна выкарабкиваемся. Выкарабкиваем бизнес со днища, потому что у нас кончилось все. Кредиторы нас прессовали жестко. Жестко прессовали, денег не было. Были в минусах. И сейчас мы начинаем потихоньку зарабатывать. Только вот сейчас. Ага. А кто-то стоит там. Чё стоите-то? Чё стоите-то? Вон Гена свободный. Я не понимаю их. Что не так-то? Ну касса вон свободная. Нет, надо сюда стоять очередь. Алло. Хоть без дачи дал, то спасибо. Так, чё здесь? Это сусушки. Ага. Долго раскочегаривать будем магазин теперь. Угу. Я надеюсь, я чай не купил. Если я купил чай, это жопа. Я надеюсь, что я его не купил. Тихо ты. Это что такое? Сырочек. Там, скорее всего, яйца еще. Что такое? Кофеек, кстати. Офигеть, я все забыл. Я все забыл, как тут вообще, чего тут. Да, вот яйца.
Ага. Ну, по минимуму накупили всего по одной штучке, по единичке. А, карта. 4. Ну, вот это покупки. Ну, это разве покупки? Ну, мы как так заработаем-то? Мы так вообще ничего не заработаем. Так, молоко одно. Чай не нужен. Так, так, так. Так, так, так. Сколько уже? Еще 3 позиции можно. Так, так. Ага. $229 нужно, и мы заканчиваем на спрайте, да, грубо говоря. Да. $229 нужно для следующей покупки закупки. Но сегодня размеренно, понимаешь? Сегодня нужно потихоньку выждать этот момент, когда денежки начнут литься рекой снова. Ну а сейчас придется терпеть, потихоньку ждать, пока денежка накапает, чтобы закупить ассортимент. Вот, видишь, люди начинают понемногу покупать. Вот так оно и работает. А ты думал, как оно работает? А я тебе рассказываю вот так. Зато свет у нас заебись. Вот в прошлой серии, смотри, сколько лампочек сюда вхуячил. Нормально теперь светло в магазине. Да, кстати, почти хватает же. На следующую покупку сколько там было? Вот, да, 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 хватает. А на доставку еще надо. Вот, теперь хватает, отлично. Отличненько. Смотри, мы уже в этой серии реально ассортиментик-то возвращаем. Да подождите вы. Ага. Сейчас еще хотя бы коробку выложу. Еще коробку хотя бы выложу. Подождите, ребзики. Ага. Ага, ага. Ага, ага. Так. Давай вот сюда. Давай вот сюда. Смотри, прут люди, прям идут. Идут. Они такие, ассортимент завезли. Вася, все, пошли покупать. Все, идем покупать, Вась. Так, сачок. Ага. По 2 полки занимает. Это, кстати, выгодно очень. Так, а ко мне стоят, да? Сейчас, ребят, подождите. Рис выставлю. Рис выставлю. Басмати, кстати. Рис хороший. Хороший рис басмати. Для плова, по-моему, отличный. Так, наличка. А, 8. Чего? Тебе немного, $81-то. Так. Без дачи. Ага. Вот, набрала нормас. Карта. $13. Есть контакт. Все, хорошо. Сприте. Ой, а что она... Блин, а другая газировка, она на 2 полки. А это только на 1. Отстой. Отстой. Так, солька. Я как раз в Питере. Так. Это что такое? Во-во, газировка. Газировка, газировка. Вот она, по-моему, на 2 полки. Да, она на 2 полки идет. Это выгодная покупка. Угу. Так, чё, кто ждет меня? Вот, смотри, набрала нормально, наконец-то. Потихоньку мы возвращаем. Возвращаем ассортимент. Возвращаем покупательскую способность. Вот что мы возвращаем. А что ты думал? Что ты думал, мы возвращаем? Мы покупательскую способность возвращаем. Так, чё вы там? А, надо натыкать. Я помню, что на спрайте мы остановились. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, нихера. Вот так 5. 6, 7, 8, 9. Ну, уже не закажем. Уже не закажем. Следующий рабочий день мы начнем с того, что мы купим еще продуктов. И у нас, в принципе, станет более или менее все неплохо. Хотя бы полки не пустые уже, смотри. Все, завершаем рабочий день. Жду не дождусь следующего рабочего дня, чтобы заказать новые товары. У нас что? У нас яблочный сок подорожал. А у нас его и в продаже-то нет. У нас его и в продаже-то нет. Все, ладно. А что, не хватает денег? Что? Ай, блядь, Гена! Опять твоя зарплата все мне портит. Списали твои $80, и мне теперь не хватает на закупку. Гена, как бы, блядь, пизданул бы тебе под затыльника. Гена, ну серьезно, ты мне все планы рушишь, Ген. И работаешь, кстати, последнее время медленно. Я начинаю, блядь, задумываться, Гена. Стоит, насупился, смотри. Щеки надул, обиделся, что ли? Да ладно, все, не обижайся, Ген. Просто под горячую руку ты сегодня попал. Кстати, где покупатели?
Хоть бы что-нибудь коробки разобрал, пока покупать или нет. Вечно я тут один все делаю. Вечно один все делаю. Геннадий, Геннадий. Так, ты в магазин идешь? Проходить, конечно. Открыл снова магазин. Я думал, она мимо пройдет. Я уже был возмущен. А она все-таки в последнюю секунду завернула к нам. Так, а сколько мне не хватает? По-моему, $1 буквально для заказа не хватает. А, не, $5. Ага. А вот сейчас? А, вот, 10. $10 нужно еще. Ну, сейчас одна покупка и заказываем. Одна покупка и заказываем. Ну, чай вообще не заканчивается. Ты посмотри, этот чай, он у меня уже, я не знаю, сколько он у меня уже. Он, блин, четвертую серию, он просто не заканчивается. Его очень много. Ген, давай. Рассчитай одного покупателя, и я пойду заказывать новые товары. Там конфетки, там кексики, там еще что-то. Деньги взял? В смысле? Все. Отлично. Так, ко мне никто не идет. Что это такое? Вот кексики, я говорил. Кексики, это у меня будет сладкий стеллаж. Сладкий стеллаж у меня будет вот здесь. Ага. Так. Так. Ага. Вот, отлично. Так, ко мне стоят, да? Сейчас еще одну коробку. Ладно. Ладно, считаю. А что, одно молоко, ну, блядь, ну... Одно молоко он взял. Вот куда мне вообще? Два молока взял. Блядь, ты три молока возьмешь, а, лысый, сука? Что там у тебя? $6 молоко стоит. Блядь, не дай бог. Не дай бог бы он три молока взял. Так. 19. Ага. 11. 11, хорошо. Вот так. Блять, одну соль. Ну, алло. Да я, вы издеваетесь? Вы что по одному товару-то берете? Наличку дал, да? Блять, да дайте мне поработать-то. Гена свободы вон стоит. Я сейчас кассу сверну эту. Достали. Достали меня. Так. Ага. И что, все? А что так мало? Что как-то мало? Вот сок вот этот яблочный, я помню, там писали, что он подорожал. Ага. Так. Кексики. Это у меня сладкий стеллаж. Сладкий стеллаж вот здесь. Ага. Это что? Во, какие-то крекеры. Крекеры. Конфетки. Не, это шоколадки. Это не конфетки, это шоколадки. Где-то еще конфетки. Вот это вот. Это типа маршмеллушки. Маршмеллушки. Угу. А это кто? А это йогурты. 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 Мягкие, воздушные йогурты. Так, есть контакт. Вот, пошла жара. Смотри, пошла жара, сразу же пошла жара. Ла-ла-ла. Теперь следующая задача — докупать продукты, чтобы полки набить. То есть ассортимент плюс-минус сейчас вроде есть, но вот уже опять все заканчивается. Что, блядь? Кто, дорогая? Кто? Вот эта штука дорогая. Нет, она про пасту что-то сказала. А здесь нет никакой пасты. Что не так с ценой-то? Алло. Все нормально. Че тебе не понравилось-то? У меня наоборот там какие-то товары дорожали. Я цены не поднимал. Сыра нет. Так, ладно, надо снова заказывать товарку. Причем даже не думая, просто всего по одному. Смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Только, блядь, чай не надо заказывать. Вот что не нужно заказывать, так это чай. Все остальное заказываем, кроме чая, все надо заказывать. Так, $18, уходишь, свет включаем, идем коробки снова расставлять. Хлебасик, вот сюда. Ага.
И вот так потихонечку, видишь, мы будем заработали, да заказали, заработали, да заказали, да заказали, заработали. И так потихоньку мы воскресим ассортимент магазина из-за этого странного кредита. У нас тут проблема сейчас, пустые полки были. Но в этой серии мы решим эту проблему раз и навсегда. Потому что больше кредиты я брать не буду. Я в жизни, в реальные кредиты не беру. Не беру. В игре думаю, ну дай возьму, попробую. Может нормальная штука. Нет, в игре тоже говно. Тоже хрень полная. Кредиты. Так, 11. Все, окей. Ага. Лучше накопить и потратить. Ага. Ага. Что такое? Сырок и яйца там должны быть, да. Ага. Сыр разбирают. Так, кофеек. Ага. Кофе мало тоже. Тоже разбираю. Вот такие позиции, где всего по 8 штучек, их прям как пирожки горячие. Фьюх. И нет их. Ага. Так, чё вы там набрали? Чё вы там набрали, ребята? 16 баксов. Хорош. Всякую хрень покупают, а? Чё б хорошего? Чё б полезного? Муку он не нашел. Иди ты в жопу. Так, дальше. На чем мы остановились? Мы остановились на вот этом. Дальше молочко берем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. А уже 9 вечера. Хорошо. Сейчас последних покупателей обслуживаем и заканчиваем рабочий день. Ну блин, ну как будто полки-то не увеличиваются, знаешь? У меня реально такое ощущение, как день сурка какой-то. Я закупаю продукты, а они тут же все скупают. Вон, посмотри. Так это какой-то бесконечный процесс. Я вообще зарабатываю на этом? Вы мне скажите, я зарабатываю или нет? Я просто уже не понимаю. Ну вот сейчас он, кстати, очень много взял. Я чем больше продуктов на полок, так они больше покупают, посмотри. То есть я и радоваться этому должен, потому что я больше зарабатываю. Ну так я какой, это же какой-то конвейер. Они все скупили, я закупил продукты. Они все скупили, я снова все закупил. И как будто ничего не меняется. Я хочу, чтобы деньги рекой лились. Просто сами. Не будет так. Так, ладно, заканчиваем рабочий день. Что там? Ну, как будто игра говорит, что я заработал. Но я что-то не верю. Смотри, оплачено автоматически. Вон, да, оно автоматически оплачивается, когда я не плачу вовремя. Так, это мы заказали. На спрайте мы остановились, я помню. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мне хватает? Да, смотри. На все продукты хватило. На все продукты хватило. Во, да, не, вот теперь я чувствую. Чувствуется, да. Чувствуется, что все-таки увеличивается количество денег, увеличивается количество продуктов, потому что я смог заказать абсолютно все вот с утра. Так, давай магазин откроем, пускай Ген там трудится, работает. Я надеюсь, эти дебилы не будут ко мне идти на кассу. Так, йогурт не разобрали вчера, смотри. Йогурт не разобрали. А почему? На следующий рабочий день, я думаю, что мы наконец-то уже будем анализировать. То есть, что у нас в наличии нормально. То есть, что нужно докупить, а что не нужно. То есть, я сейчас только про чай помню, что его не надо покупать. А скоро мы так и с другими продуктами будем. А там, глядишь, и лицензию новую приобретем. Расширение, наконец-то, будем какие-нибудь делать магазина. Потому что все вот эти процессы сейчас приостановились. Так, чего там? Ага. Так, конфетки. Блин, а чего вы конфетки не берете?
Маршмеллоушки вкусно же. Маршмеллоушки вкусно, на костре их оп-оп-оп-оп пожарил. И они такие с корочкой, хрустящие, а внутри жиденькие. И ты их такие в рот, только в рот нужно, аккуратно. Иначе можно обжечь нёбо или язык. Поэтому, когда жарите маршмеллоушки на костре, помните, что кусать нужно аккуратно. Так, молоко. Так, еще молоко. Блин, реально, смотри, набиваю. Набиваю холодильник. Ага. Как здорово, что здесь не портятся продукты. Так, смотри, набирают, набирают, набирают. Йогурт взяла, масло. А, взяла, говорю, взял. Так, 46 баксов, хорош. Так, ты что там набрал? Ну, маловато. Соль и шоколадку. Соль и шоколадку. Ага. Так, сприте. Сприте. А, это 7-Up, кстати, это не сприте. Куда? Я все жду момента, когда у меня все полки снова будут забиты. Помните, как было? Что я прям уже не знал, куда все засовывать. Вот так хочу, чтобы снова было. Угу. Да иди ты в жопу. Ага. Ага. Так, сейчас еще одну коробку сделаем и пойду обслужу. Чай разбирают наконец-то. Хотя бы вот с этого, с этой полки. Так, кто там меня ждет? Опять тут что? Что вы тут опять мне устроили? Так, деньги. $18 сдачи. Раз, два, три. Хорош. Ты-ты-ты-ты-ты. 40 баксов. Да 40! Ага. 16. Да, бля, не понял. А что сделать надо? А, 84 сдачи. Так, две арахисовые пасты. Без сдачи. Нормас. Че, я опять запутался? А, вон сдача написана. Все, хорошо! Хорошо! Хорошо, что у нас сухарей в продаже нет. Так. Ага. Ага. Так, блять, куда? Оп! Последняя коробка, ну-ка. Ага. Заебись. Заебись! Ну ты сладкожора! Так в глаза мне посмотри, у тебя глаза красные что ли? Две маршмеллоушки взял и все, больше ничего не хочешь брать. Так, $1 тебе. Так, 26. Ага. Смотри, у нас $600 в плюсе! А дела налаживаются, да? Ну опять полки пустые, вот это меня раздражает! Ну вон там для сладкожоров вон там полное. Все. А здесь как? Но здесь вон тоже все пустоватое какое-то. Ага. Какое-то оно все пустоватое. Так, пойдем-ка, наверное, еще что-нибудь закажем. А, причем мне нужны, знаешь, вот такие продукты. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Вот так. Заказать. Ага. Сейчас мы набьем. Набьем ассортимент. Ассортимент набьем. Блять, что там тебе надо сделать? $73. Ага. На. Ага. Все яйца скупил, блять, остальным. Сейчас люди придут, скажут, яиц нет, блять. А я заказать их не успел. Так, хлеб. Угу. Я уже как метеор просто тут ношусь. Ношусь как метеор. Ага. Ага. Увлекательнейшее. Увлекательнейшее. Еще масло, смотри. Скупила, хорош.
Три полки масла у меня будет, охереть. Все, отлично, отлично, отлично. Вот это то, что я хотел. Чтобы прям товара было до хрена с запасом. Вот так мне нравится. Блять, очередь стоит. Сейчас, ребят, подождите. Ага. Сейчас, ребят, яйца, блять. Вон Ген опять пустой. Он... Ага. Бля, все ко мне, да почему все ко мне? Ну вон там какая-то... Вам настолько Гена не нравится или что? Я не понимаю. Я их, ну давайте уволю его. Я, ну вы скажите только. Они же молчат, просто молча ко мне идут. А Гене не идут. Так, 39, хорошо. Ебать ты набрал. А тебе тут, зачем столько много-то хлеба? Ты бы с хлебом-то поаккуратней. Так, 51. Так, 5 баксов сдачи. Хорош. Вот. Вот это серьезный человек. Сок, шоколадки. Ну сразу видно, клерк. Клерк какой-то, зарплата 5. Хорошенькая. Кофе нет. Ну тут согласен, твоя правда. Кофейка-то правда нет. Так, а что-то у нас недоразложено. Чекопейки сюда. Ага. Хлебасик. Ага. Ага. Опять ко мне все. Так, что там? Без сдачи. Ага. 4 бакса. Я так сосредоточен, я тебе говорю. О-о-о-о! Наш человек, сколько денег-то? А кстати, не так много. Я думал, там на сотку будет. Да блин. Я думал, рекорд будет. Ага. Деньги. $8. Хорош! 4 бакса. Так, Ген, ну чё там? Блять, да почему все равно пустые полки-то? Я стараюсь, стараюсь. Так, чё мы накупили? 5. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Вот это мы закажем с самого утра. Заканчиваем рабочий... Слушай, а может быть и в этой серии получится 20 уровень набрать. Ну-ка, подожди, сколько там? Нет, нет, какой? У нас вон даже 18 не вкачался. Все, окей. Заказываем вот это. И сразу же есть что? А чая до хрена до сих пор? Да, чая до сих пор много. А и масла много. Вот масло... А я масло только что, наверное, еще купил. Да? Да. Да! Зачем, только непонятно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, на рисе мы остановились. Ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот это одно еще молоко нужно будет взять. Вот это еще одно молоко, ага. Раз, два, раз, два. Сейчас у нас будет до хера товара. Вот так. Бля, немножко не хватает. Все, открывай магазин. Ген, давай, да зарабатывай. Сейчас мы все разложим и просто аж ставить будет некуда. Вот, это то, что я хотел. Супер просто. Набили полки. Набьем полочки. Если бы еще с запасом было, вот это вообще было бы офигенно. Ну, чтобы аж не влазило и коробки вот там стояли где-нибудь. Вот это было бы супер-пупер. Ага. Ага. Ебать, я только и делаю что? Только и делаю, что расставляю это все постоянно. Угу. Я блочный. А может куда-то доставить можно? Да, вот чтобы новую не забивать. Хорош. Подожди, я же по-моему сприте одну только брал. Ну ладно. Ну ладненько. По-моему я одну брал, да. Откуда две? Откуда две-то?
Давай сначала вот эти ближайшие полки набьем, чтобы покупатели такие приходили и так... О, типа в этом магазине в достатке всего. А вон те полки, блять, хотя те полки тоже видно с улицы. Ну отстой, их тоже видно. Угу. Опять ко мне стоит. Опять ко мне. Надо убрать эту кассу. Я думаю, что я сегодня не сильно буду стоять за кассой, потому что мне очень много всего нужно. Очень много всего нужно. Так, как ее? Вот так. Как? С упаковать. Г. И вот пусть она прям так и стоит. Все. Как только у Гены проблемы начнутся, я в целом прибегу. Пускай я, он пока справляется, я надеюсь. Ага. Ага. Ну вот кто вот это все расставлять-то будет? Гена не хочет. Я его сколько прошу, расставь коробки. Он вообще ни в какую. Ну просто ни в какую. Так, заказываем. Вот, еще заказал, смотри. Денег ноль. Но я же говорю, я все бабки в бизнес. Все бабки в бизнес. Так, что там, Гена справляется? Да, пока вроде более или менее. Пока более или менее. Ага. Ну ты глянь, сколько всякого говна! Так. Ага. Торопимся, торопимся. Надо быстрее, быстрее все раскладывать. Так. Это какая газировочка? Вот это. Ага. Ага. Отлично. Отлично! Куда, куда, куда? Вот сюда давай. Так, Генка, как там? Ну, блять, очередь уже большая. Уже большеватая очередь. Я, конечно, могу это под закрытие все дорасставлять, но, блин, не хочется так. Не хочется. Хочется сейчас все расставить, чтобы прям с кайфом было. Йогурта слишком много. Нам столько не надо было йогурта. Так, что там, как по очереди? Ну, пока терпимо. Вечером жопа будет. Ага. Печенюшки. А, это кексики. Блин, кексики вкусно очень выглядят. Реально кайфовые. Они, наверное, вкусные кайфовые кексики. Ты что тут встала? Ты у меня компьютер хочешь спиздить? Иди отсюда! Так, что они там? Очередь? Не нашел сыр. Да сейчас будет все, погодь. Ага. Сыр он, блядь, не нашел. Ну просто подождать надо было. И будет тебе и сыр, и не сыр. Ты видишь на улице, сколько всего валяется? В Санпин бы позвонил хоть, пожаловался, что у нас тут продукты на улице валяются просто. Я просто, я уже в робота превратился. Я робот-мерчендайзер, я тебе говорю. Я прям максимально сосредоточен. Я в шоке от себя самого. От самого себя в шоке. Что-то с этой игрой не так. Вы понимаете вообще, что я делаю? Я раскладываю, блядь, товары по полкам. Это все, это весь геймплей. Ну, ну почти весь. И мне нравится. И кажется, вам тоже нравится. У меня большой вопрос. Что с этой игрой? Так, все, ребят, пора. Все, ребят, пора. Открыть, ставим вторую кассу. Гена уже не вывозит. Я вижу, что Гена не вывозит. Ребят, все, ко мне идем. Да, потому что 6 часов вечера. 6 часов вечера уже. Помогаем Геннадию, я все понимаю. Но не успевает, он никак не может чисто физически обслужить такое количество. Просто наплыв покупателей. Так, без дачи, хорош. Нифига себе, ты 6 кофе скупила, прикинь.
Ебать, они накупают сколько всего. Раньше так не было, мне кажется. Ладно, пока у меня нет покупателей, я же могу тоже немножко раскладывать вот так. Вот так. Погоди. Смотри, одна коробка, один покупатель. Давайте так договоримся. А, куда? Четыре. Ага. Дальше. Зачем тебе столько соли? Зачем тебе столько соли? А чего нету? Кофе. Да конечно, ты видела, она прошлая бабёха всё кофе скупила. Конечно, нет кофе теперь. Так, куда? Ага. Ага. Так, еще коробку и иду. Еще коробочку и иду. Да иду, иду, иду. Ну ты богатей, богатей. На 43 доллара накупил. Так. Ага, все. Подожди, я что, не тыкнул? Почему не тыкнул? Тыкнул же. Иди давай. Водичка. Ага. Ага. А еще есть водичка? Чтоб ее доставить. Во, да, есть. Так, что здесь? Конфетки. Хорошо. А что? Рис. Куда бы его, куда бы его, куда бы его? Вот здесь пустая полка. Я хочу, чтобы полки все были полные. Все, чтобы полки были полные. Так, ну смотри. Холодильник мы уже, получается, забили. Сейчас вторую пачку сыра распаковываем. И холодильник у нас уже реально выглядит достойно. Как в нормальном магазине. Ничего пустого, вот все подзабито, все нормально, все красиво. Но полки, конечно, пустоваты еще. Но мы идем, мы идем. Мы идем к успеху. Так, что, $1? Ага, дальше. Карта, 53 бакса. Что он сделать? Я тупить начинаю иногда, просто зависаю. 1200 заработали! Ты глянь! Реально, ты посмотри! Полки уже не пустые! Ну реально же не пустые, да? Вот так. Все, ребят, вижу, что пора заканчивать серию. Спасибо большое всем за просмотр. Мы реально сегодня выбрались. Выбрались! В прошлой серии мы выбирались из денежной ямы. Вот такая вот у нас была денежная яма. Мы были в минусах. Сейчас же мы выбрались из ситуации, когда у нас полностью все полки пустые. А это значит, что со следующей серии мы начнем зарабатывать и снова развивать наш супермаркет. Кстати, нужно придумать название супермаркета. Я только сейчас почему-то понял, что у меня нет никакого названия. Когда мы там балуемся восьмерочка, там девяточка, это все понятно. Но может свое выдумать? Я подумаю. Если что, кстати, пишите в комментариях. А на этом мы сегодня заканчиваем. Подписывайтесь, ставьте лайки, переходите в Телеграм, в Дискорд, в группу ВКонтакте. Также забегайте на стрим на Твиче. Поэтому, ребята, всем пока.